Итак, батарею я снял и столкнулся с такой проблемой. Вон резетка. И где она? Вот резетка. Они соединены одним проводом. То есть провод отсюда пошел сюда и пошел сюда. И я прошляпил этот момент, не предупредил рабочих. В общем, вот какая у меня проблема. На пути провода я увидел вот такие пропилы. Я еще не проверял, но я думаю, что там все плачевно. Точно так же вот здесь. Здесь забиты дюпеля, то есть засверливалось все и прикручивалось. Я сейчас прозвоню, то есть дам напряжение сюда плюсовое и прозвоню обычной отверточкой. У меня просто нечем проверить. 220 я не хочу давать, потому что если там замкнуло, то будет все ай-яй-яй. Ну, надеюсь, может, провод не зацепили, но вот как раз. Вот как раз резеточка, батарейка садится. Вот туда она идет. И вот здесь вот такие запилы. Я надеюсь, что они не глубокие. Итак, наша резеточка. Ищу обрыв на проводе. Вот место, где был пропил. И 50 на 50. Либо пила достала до провода, либо не достала. Вот оно как идет. Вот здесь у нас закручен шуруп тоже. Пока сейчас провода не под напряжением. И чтобы не было потом неожиданностей, мне надо проверить, пробит этот провод или не пробит. Провод идет вот отсюда туда. Это две соединенные между собой резетки. Вообще как бы соединены они. Там еще соединена резетка. Не видно. Вот. Я боюсь, что где-то здесь обрыв. В общем, буду пробовать сейчас прозванивать. Беру обычную резетку под напряжением. Ищем плюсовой провод. То есть лампочка индикаторная должна загореться. Вот я вставил желтый провод. Подсоединяем сюда и нажимаем. Горит. Теперь там запитано у нас, плюсовой провод подходит. Проверяю здесь. Вот провода. Потом они скрутятся между собой. Здесь будет резетка. Проверяю здесь. Горит, горит. Не горит, не горит, не горит. Точно так же беру желтый провод, вынимаю, допустим, и вставляю уже синий провод сюда. Так, вставил. Горит, горит. Приходится немножко побегать, но лучше это сделать сейчас, пока стены окончательно не заштукатурены, чем потом, когда уже будет пускаться электричество. Вот, синий провод мы вставили. Горит, горит. Коричневый провод не горит. Желтый не горит. Все, так три провода прозваниваем. Просто если где-то у нас будет обрыв, значит провод гореть просто не будет. Либо же, если у нас будет замыкание, то, допустим, подсоединили желтый провод, а он замкнут синим, то у нас вот там на выходе будет гореть и желтый, и синий провод. Все.